Доброй раніцы. У эфире информационная программа «Репортер» у студии Маргарита Шубукова. Гомельский медицинский университет сегодня означает 25-годовый юбилей. Этой подеи будет просвещены шерег мероприемствов. Почнутся они с республиканской науково-практичной конференции по актуальных проблемах медицины. Их удельниками станут ученые медики из Гомеля и других областей Беларуси, а так само с близкого и далекого замежа. Подчас работы 13 секций они обменяются опытом развития медицины, поделятся новыми напрацовками и доследческими планами. Дарыш и зараз во университете учатся студенты амаль с 30 краин. Тому цікавой часткой свята стане выстава-презентация кухни народов свету. А финальным мероприемством урашистый вечер, який пройдзе в областном центре культуры. На Гомельщине проходят мероприемства, промеркованные до 10-годи областного отделения громадского объединения «Союз письменников Беларуси». Так сегодня в областном громадско-культурном центре отбудется урашистый сход с уделом керавництва региона. Талиновитые авторы и активисты отделения будут означены знаковыми узнагородами. Так само на сегодня запланировано урашистое открытие 9-го международного фестиваля «Славянские литературные дожинки», уделу яким примут свыше 60 литераторов региона и краин СНД. Все подробности у наступных выпусках новинок. До інших тем. На Гомельщині зменшается колькость аварийных домов. Шмат які из них были побудованы больше як паўстагоддзя тому и уже не отповядали ніяким патрабаванням. Радость новоселя жыхарами буду Кашалёўскага района подзялил Олег Сенцюроў. Коли докладно был побудован этот дом по улице Советской, 17, у городском поселку Уваровича, Будокошелевского района, докладно не ведая уже никто. Официальная дата – 1952 год. Хоть по словам мясцовых старожилов, узводить его почали одразу после закончения Великой Отчины. Першопочатково он предназначался для мясцового керавництва, але потом тут жили и наставники, и медики. Зараз будинок не только не пристосованный для комфортного життя, але и уявляя реальную погрозу для людей. Все ж таки есть в таких домах некий свой особливый колорит. Ну, где, например, убачишь еще такую широкую дровляную лестницу. Правда, жильцы попереживают, по несколько человек на ее лучше не стоять, может обвалиться. Ни воды, ни централизованного отопления, ни газопроводу, на вот так званые зручности и те на улице. Один признак цивилизации – электричность. Правда, проводка такая, что лямбочки хутко перегорают. У опошние годы вызначилась еще одна проблема. У стяне заявились щелины, а цегла больше не тримается на своем месте. Жихары навод жартуют, что дом можно разобрать вручную. У этом годе отповедную экспертизу зарабили супрацовники Белорусского державного университета транспорта, после чего дом признали аварийным. Там балки перекрытия деревянные. Это самые несущие конструкции. Это они там прогибы были, жучками поедены. Там идет промерзание даже по стенам. Там чуть первое промерзание, мы видели там сырость. И люди, ну я не знаю вообще, как они там жили. В Будокошелевском районе наибольш значные проблемы с аварийным жильем были у городском поселку Уваровича. Для их вырашения на протягу 5 опошних годов тут побудовали 4 новые шматповерховки. 2 тыдні тому жильцам опошней у горпоселку Аварийки выдали документы на новые кватеры. У семьи наставницы мясцовой школы Людмилы Мельниковой жилая площадь повеличилась амаль утрая, чем женщина вельми задоволена. И все еще поравновая эту комфортную кватеру с былым жильем. Теперь, каже, ни на голову ничто не звалится, ни подлога под ногами не сломается. В большой кухне есть, куда пригласить гостей, поставить большой стол, вот, собраться, большой компанией дружной, веселой, без опасения, что с потолка что-то посыпется. Счастье, большая кухня – это счастье для любой хозяйки. Олег Сентюров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Будокошелевский район. Хронічны вірусны гепатыт С – захворванне цяжкае і небяспечнае. У спалучэнні з дзіцячым цэрэбральным паралічом гэты дыягназ наогул гучыць як прысуд. Так атрымалася, што дзве гэтай складаныя хваробы з самага дзяцінства выпрабоўваюць на трываласць маладога гамельчаніна Андрэя Антоненко. Спадзяемся, што яго гісторыя не пакіне абыякавых. Ён цікавіцца гісторыяй і рускай паэзіяй, збірае цытаты вядомых людзей, адчувае пастаянную цягу да самапазнання і самаразвіцця. Гэта эрудзіраваны, дапытлівы і нягледзячы на ўсе перыпетыі лёсу, жыццярадасны 24-гадовы гамельчанін Андрэй Антоненка, інвалід з дзяцінства. Неправільна прынятыя роды, як наступства дзіцячы цэрэбральны параліч, зрабілі яго жыццё штодзённай барацьбой, барацьбой за тое, каб быць такім, як усе, не адчуваючы абмежаванняў. Аднак, як гаворыцца, бяда не прыходзіць адна, і зараз Андрэй разам з мамой Тамарой Ивановной, якая на протягу всего жизни является его надежной опорой и поддержкой, вымушена змагаться одразу с двумя тяжкими хворобами. Всю жизнь, как говорится, я за него боролась, все для него делала.
Ну, и мы как бы привыкли, жили. Это наш уже как бы образ жизни. Но когда ему было 8 лет, он заболел вирусным гепатитом С. Заразили его при удалении зуба. Сначала мы не придали значения этому заболеванию, так как ничего про него не знали. Но за годами мы узнали много информации, узнали, что это очень коварная болезнь. Ну и решили с ней бороться. Вирусный гепатит С – хвороба сапраўды коварная. Не здарма его еще называют ласкавым забойцам. Як правило, она протекает бессимптомно. Люди могут годами хвореть, нават не ведаючи про это. А вирус тем часом безлитосно знищает их печень. Гэтые жахливые медицинские факты, як и шматликую іншую информацию про вирусный гепатит С, намагучим Андрей. Про свою хворобу хлопец ведая не горш за врачов. Я не мог лечиться и избавиться от этого вируса из-за своего основного заболевания, из-за того, что мне противопоказано стандартное лечение, и пришлось вот до сего дня, на протяжении 17 лет, с этим вирусом уживаться. До недавнего часу диагноз вирусный гепатит С для Андрея гучал как присуд. За хворобы ДЦП ему подходили только препараты, которые подтримливают печень, але не позбавляют организм от вируса. И только зараз у хлопца появилась надея на выздоровление. У США выпустили препараты, которые практически не имеют побочных эффектов, а выздоровление наступает у 97% выпадков. На жаль, эта вратовальная соломинка у грошовом эквиваленте для семьи Андрея – неподъемная глыба. На сегодняшний день в Америке она стоит 85-93 тысяч долларов. Вот. Но еще есть аналоги этого препарата, которые выпускают в Индии, индийская компания, и в Египте. Оно, конечно, порядка дешевле, где-то, может, 18-20 тысяч долларов стоит. Но для нашей семьи эта сумма тоже, как бы, недоступна. На пенсию мать и сына такие дорогие курс лечения не потягнуть. Тому семья Антоненко звертается до всех необъяковых людей с просьбой допомогчи им у этой непростой житевой ситуации. Перелечить ахвярование на лечение Антона вы можете на доброчинные рахунки, которые зараз бачите на своих экранах. Мне бы хотелось обратиться ко всем тем, кто может оказать помощь, кто может чем-то поддержать, чтобы я имел возможность жить полноценной здоровой жизнью. Я благодарю всех заранее. Всем спасибо. У боротьбе за вартование Андрей шукая любые махчимости. До прикладу, как про его проблему доведались и смогли отгукнуться больше людей, и он створил специальный сайт в интернете. Андрей готовы до того, что не все отрымливается одразу. Однако его головный житевый девиз – николи не опускать руки и не сдаваться. Зараз самая заповедная мара Андрея – собрать необходимую сумму на лечение. А в перспективе есть идея организовать ассоциацию хворых на гепатит С, как своим особистым прикладом натхнять инших на выздоровление. Люди должны понимать, что пока они живы, пока у них есть возможность что-то делать, они должны добиваться за свое счастье, за свое здоровье. Человек должен иметь позитивное мышление и ни секунду не сомневаться в том, что он выздоровеет. Сомнение – это уже почти поражение. Вероника Ворошилина, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель». Гамельчане отримали махшимость сходить на спектакль у кинотеатр. На гэтым тыдні прадпрыемства «Кінатаур» запустило уникальный культурный проект. Трансляция лепших постановок, якія ідуць на сценах Лондона, Нью-Йорка и Парижа, стане махшимой в режиме онлайн на экранах гомельских кинотеатров. На першым показе побывала Марина Сівер'янова. Спутник, размещенный на даху, прымае пятиканальный сигнал. И глядач трапляе на постановку у один из ведущих театров свету. Почали проект с трансляции у записи спектаклю по творы Шекспира «12-я ночь». 400 годзе его ставить по всем свете. Усе роли, нават жаночыя, згодна с традициями Шекспира, выконывают только мужчины. На уникальное мероприемство пришли люди разного возраста и культурных густов. Для Гомеля это впервые, можно сказать, такая практика, но, тем не менее, о ней я слышала в Минске и даже была на каком-то подобном мероприятии в кинотеатре «Центральный». Поэтому я очень рада, что Гомель теперь будет проводить такие мероприятия. Очень любопытно сходить, потому что в университете читала еще это произведение и хотелось бы посмотреть. Интересно очень. Зарубежная литература была, в принципе, специализацией в университете, поэтому, когда увидела, сразу по ссылочке прошла, чтобы прочитать, что это такое. Ну, очень заинтересовала, потому что действительно для Гомеля это что-то такое необычное, экзотическое, я бы даже сказала. Хочу посмотреть, как это будет смотреться на большом экране. Вот.
и потом уже делиться какими-то впечатлениями со своими друзьями. Любое мероприятие – это праздник для гомельчан. А не от того, что там Шекспир или кто-то другой. Любое мероприятие, которое приносит удовольствие людям, это просто прекрасно в Гомеле. Чем больше их будет, тем будет любая выставка, любой новый показ, любой спектакль. Просто здорово. 10 листопада гомельских театралов чекає онлайн-показ спектаклю «Гамлет». Але обмежуватися трансляцією тільки театральних постановок організатори не будуть. На екранах гомельських кінотеатрів будуть демонструватися опери, рок-концерти і навіть футбольні матчі. Як от був Батэ-Реал, коли в нашій країні всі любителі принули телевізором, хто не попав на стадіон в Борисов, так? А в нас це буде така можливість. И я думаю, для молодежи это будет просто, и вообще для всех это будет большой подарок. Кто любит футбол, кто любит рок, кто любит... Мы такую возможность имеем. Марина Сєвєр'янова, Євген Макеєнко, телерадіокомпанія «Гомель». И на этом пока все. За развитием подей сошите по наших выпусках. А я с вами развитываюся. До повышения.